Привет, друзья! С вами Владимир Шемик на канале PSN Travel. И сегодня ваше внимание я хочу представить ситуацию, именно живой отзыв наших туристов по такому известному туристическому оператору, как Тестур. Что же ж произошло у туристов и как же ж поступил в этой ситуации Тестур? Так, Ира, расскажите, пожалуйста, по вашему туру и что у вас произошло и как все закончилось. Здравствуйте! Мы с друзьями на новогодние, ну точнее на рождественские праздники решили ехать лететь в Египет. Так получилось, что мы заранее, получается, как бы бронировали по раннему бронированию, потому что рождественские даты это очень высокие даты, и попасть туда, забронировать тур там за несколько дней, как правило, невозможно из-за того, что все это бронируется еще, можно сказать, при раннем бронировании, как только открывается в августе или там в сентябре. Ну, так получилось, что Ира бронировала это еще там осенью, по-моему, в ноябре это все. Вот как бы. И так как это рождественские праздники, мы хотели с друзьями отметить, кстати, это мой день рождения, мы хотели приурочить эту поездку. Но, к сожалению, по таким жизненные ситуации складываются не в силу, не в нашу иногда пользу. Поэтому, как бы, большому сожалению, нашему, мы должны были отказаться от поездки. Но сначала как бы мы решили, что не поеду только я, а поедет мой ребенок с мужем. Хотя договор изначально мы заключали на 3 человека, ну, для 3 человек. Мы связались с Владимиром, то есть как бы Владимир вообще без проблем, мы переделали договор на 3 человека на 2. Вот, соответственно, как бы внесли предоплату. Для... Ну, предоплату сразу, да. Ну, не предоплату, а оплату согласно, да, согласно договору, условиям. То есть вы вносили оплату по всем, ну, договорным срокам. Да. В дальнейшем, через буквально там несколько дней, у нас складывается такая тоже, опять же, ситуация непредвиденная. И приходится отказаться нам, ну, всей семье. То есть, когда уже мы решили, что уже никто из нас не летит, ни мой сын, ни муж, ни, к сожалению, опять же, но уже мы оплатили за 2 человека, то есть тур. И ну, оплатили полную стоимость, уже полностью все оплатили. По договору, все, то есть, и к большому, большому моему удивлению, когда мы связались с Владимиром, благодаря тест-туру, нам вернули деньги в полном объеме, хотя это для меня было, честно говоря, большой неожиданностью, так как не всегда идут туроператоры на такие, как бы, компромисс, или как я даже это не знаю, как назвать, но в том плане, что спасибо огромное тестуру за то, что они вошли в нашу ситуацию, или, ну, тут вернули полностью 100% все те деньги, которые мы заплатили изначально по договору. Тут смотрите, в чем ситуация, друзья. Первое, что у туроператора тестура самые, как бы, во-первых, лояльные условия и отказа, и, в принципе, оплаты. То есть, что это означает? То есть, что если отказываться вовремя, то тестур возвращает абсолютно полную стоимость за те туристические услуги, которые вы заказали. Вот. Благодаря тому, что это было раннее бронирование, и сроки отказа тоже, как бы, позволяли это сделать, без штрафных санкций тест-тур без вопросов абсолютно полностью, как бы, удовлетворил, значит, заявление туристов. Главное просто это заявление составить, и чтобы еще, конечно, был договор на туристическое обслуживание. Потому что если нет договора на туристическое обслуживание, ну, в принципе, как бы, тест-тур не работает с агентствами, которые как-то пытаются обойти этот момент. Но, тем не менее, как бы, это жизнь, и каждый день она что-то приносит новое, как бы, за всем тест-тур не может уследить, поэтому он полагается иногда на порядочность агентств. Вот. Ну, соответственно, как бы,
Здесь тест-тур без вопросов абсолютно все вернул туристам, и туристы тоже как бы, ну это чувствуешь, некоторый страх о том, что все-таки могут быть не вернуть. Но с таким туроператором, как тест-тур, такой номер, слава богу, все было в порядке, то есть и туристам вернули деньги. Поэтому, когда выбираете тур, особенно на такие даты, которые являются праздничными, вот, значит, эта информация есть в договоре от тест-тура, значит, да и в других операторов она есть, но просто она чуть-чуть может быть не в таком виде представлена, понятном, доступном, вот, то нужно понимать, что рождественские даты — это очень высокий спрос, вот, это высокий сезон, который всех там какие-то выходные, там, ну, кто-то отпуска еще что-то берет, и тут операторы не всегда могут аннулировать без штрафов. Вот. Тем более, что у большинства операторов, как правило, прописано, если это рождественские праздники, то с момента подтверждения заявки уже идут штрафные санкции. Вот у тест-тура как раз, в принципе, такого момента нет. То есть есть определенные сроки, в которые нужно вложиться. И, соответственно, тогда он подтвердит аннуляцию без штрафа. Поэтому говорю большое спасибо тест-туру за такие лояльные условия, за отношение к клиентам своим, за то, что он старается работать таким образом, чтобы поддержать репутацию всего туристического рынка Украины. В принципе, кстати, тест-тур — это международный оператор, его представительство есть не только в Украине, поэтому он следит за своей репутацией, следит за своим качеством услуг и старается сделать для клиентов все возможное, чтобы пойти всегда навстречу, даже иногда сделать невозможное, и не то, что в договорных отношениях, а чтобы удовлетворить потребность, необходимость своих клиентов. Поэтому спасибо большое тест-туру. Друзья, думайте, когда выбираете, кто у вас будет оператор, потому что оператор тоже очень важный элемент в туре. Ну и, естественно, агентство, которое все это делает, со всем этим следит, со всеми договаривается. Поэтому еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Кстати, чтобы быть в курсе реальных событий и реальной информации о том, что происходит на туристическом рынке и как выбрать себе тур, туроператора, турагентство, рекомендую вам подписаться на наш канал PSN Travel в YouTube, чтобы быть в курсе всей этой информации и знать, как путешествовать всегда выгодно, безопасно и только с положительным результатом. Да, Ира? Да, спасибо огромное. Все. Всем отличного настроения, до скорых встреч, пока-пока, друзья. Пока-пока.